Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что ж, забираем свои ежедневные награды за Лигу Мастеров 3 звезды. И также я вижу Лига Мастеров 2 звезды. То есть меня сбросили, как всегда. Ладно, бесплатно откроем с тобой пак. И выпадает нам мутагеноид собственной персоны. Сразу давай тогда мы сделаем следующий ход. Это... Так, сколько у нас мутагена? 50 тысяч. А где наш нейтрализатор? Вот он. До 70 уровня мы должны его прокачать. Отлично. Для того, чтобы... Опс, ребята, а комиксы? Куда делись 8 комиксов? Я спрашиваю. Куда вы их спрятали? Так, раз. Два. Так, сколько там? Два, еще 6 нужно, да? 3, 4, 5, 6. Так, 6 или 8? Сколько там я уже... А, еще 2 комикса все-таки, да? Хорошо. Тыква выпадает. Да хорош, тыквой-то меня тут кормить. Только что выпадали комиксы и на тебе, приплыли, да? Все, прекратили. А, нет, вот, пошло, пошло. Ну давай, последний комикс, не ломайся, господи, ну. Ну что ты будешь делать, а? Да хорош уже, я эту тыкву уже... На самом деле это не тыква. Если честно, это, ребята, у них такая фляга. Вот эта пробочка, сюда они наполняют жидкость. В основном саке, насколько я помню, в таких штуках носят. Это рисовая, так сказать, водка. Ну, в общем, не важно. Мы будем называть, что это фляжка, а не тыква. Короче, комикс последним с тобой нашли. И, соответственно, прокачиваем, наконец-то, до 6-й ступени хвост-телепорт нашему нейтрализатору. Все, от него отстаем. Теперь будем дальше прокачивать с тобой Донателло Космос, но не в этой серии. Давай, забирай с тобой награды за задание. И нам нужно пройти серию испытаний. Давай-ка быстренько пробежимся. Тем более, тут осталось совсем чуть-чуть. И до сих пор Усаги у меня не залеченный. Надо как-то его подлечить. Ну, просто для спокойствия. Тем более тут зэк есть противный. Смотри, видишь, что делает? Сразу нападает на бедного моего Усаги. И знает почему. Потому что у него мало здоровья, видишь? Так, ну-ка, клинками его. Пич. О, у него отложенная смерть, оказывается, была. Вот, давай хильнемся. Все, отлично. Теперь давай бомбить. Раз и второй. Два. Переходим на вторую волну и смотрим, что здесь у нас. Хан. Ага, тигриный коготь. Ну, давай тогда мы сделаем с тобой шипы. Так, постепеночка висит. Так что они трупики. Все, ребят, серию испытаний мы с вами тоже прошли. Забираем полностью наши награды и идем с тобой на арену. Сегодня у нас воскресенье. И нам нужно сегодня зайти в топчик, да? Мы должны с тобой взять первое место. Другого шанса у нас уже с тобой не будет. Так, испытания. Давай-ка мы, наверное, быстренько с тобой попробуем достать Донателло видение. Поехали. Опа, сразу же, ребята, просто, вот знаешь, как будто он читает мои мысли. Шикарно, даже не пришлось тратить. Хотя сыра много. Ну и что? Ну, сыра много, и куда мне его тратить? Вот скажи мне на милость. Некуда. Это в первый раз такой, что мне некуда потратить сыр. Да. Ну что, погнали с тобой. Значит так, Лига Мастеров, 2 звезды, 52 ранг. Ко всему прочему, у нас с тобой всего лишь 15 откатов. Этого мало. Скорее всего, нам придется с тобой докупать. И так, 74 ранг, подожди. Шреддер здесь один не справится, надо будет ему в помощь брать, я не знаю, Донни, может быть. Да и слишком сильно тут не занижаться. Понимаешь, да, о чем я? Чтобы, если мало ли что-то пойдет не так, моих ребят здесь не разобрали с полтычка. Ну давай, Шреддер, на тебя вся надежда. Угу. Неплохо, в принципе, ребят, неплохо. Паукус, бросай паутинку. Да, постепенно урон тут есть. В общем, здесь победа. О, подожди, а у этого-то нету? Слушай, ну Рафаэль молодец, справился. Несмотря на то, что у него уровень не такой высокий. Но он ушатал, добил точнее, да? Этого Донни.
Так, ну а мы с тобой должны... Блин, топчик сегодня взять. Проблематично, конечно, наверное, будет. Так, 17-23. Ну, меня вполне устраивает. Так, я беру, опять же, Супер Шреддера. Пойдет он вместе, наверное, с Зеком. Раз, два, три. Вот так вот. Кстати, надо посмотреть, сколько у нас для Донателло видения не хватает ДНК. Есть у меня одна затейка. Может быть, ее воплотим сегодня. Посмотрим, как быстро мы здесь с тобой отыграем все. Так, Рафаэльчик, ну-ка давай. Ать, красава, муха, молодец. По башке ему своей клешней дала. И он отдуплился. Какое место? Давай ко мне 35-е. 36-е. Ну, тоже неплохо на самом деле. 17-24. Так, опять же берем Армагон. Тихо ты, Баксов, куда лезешь? Беру Армагона, вместе с ним пойдет Ванька. Пока будем так делать, а потом уже, конечно, придется, скорее всего... Блин, вот тут инициатива, наверное, будет сильная, да, у этих партизанов. Давай, наверное, вот так вот я сделаю, чтобы не рисковать. А дальше, конечно, придется брать Усаги, ой, точнее, наверное, Супер Шреддера вместе с Армагоном и отыгрывать наших слабых персонажей. Ну что ты, Майки, тут выплясываешь мне, а? Свою карамбу ТВ. На. Так, давай сюда теперь. Опа. Да хорош, как вы выстояли-то, объясните мне. Да чтоб тебя. Ну-ка, Вань, давай, хорош. Дурачится уже, все. Фу, хорошо, что у нас есть Ванька, да, для подстраховки. А так вообще ничего им не делали. Ну что, какой у нас? 40... Ага, 25-е. Что-то я какое-то там 40-е место уже приплел. А монет у нас, кстати, с тобой маловато, 76. И откатики. Наверное, я сразу заранее куплю, ребята, штучек 20. Вот так вот. Уж лишними они, поверь мне, не будут. Так, ну что, тут нам надо 17... Подожди. Почему не 17-24? Объясни-ка мне. Почему 17-23? С какого, блин, перепуга? Мы уже практически, ребята, в топе. Практически, да? И не хотят давать. Ладно. Так, ну что, погнали, возьмем с тобой. Да, начнем, наверное, с наших малышей-крепышей. Вот так вот сделаем с тобой. Ну, понимаешь, что Супер Шреддер и в совокупности вместе с Армагоном шанса у противников здесь выжить или сделать ход нету вообще. Мы их просто будем запинывать. Так, ну что, бабах. Все, эти ребята лежат и отдыхают. Ну, а мы с тобой спокойненько продвигаемся дальше. Уже, в принципе, недалеко до Лиги Мастеров 3 звезды. Буквально еще, наверное, поединка 2. И мы туда заберемся. 32 отката. По идее, если рассудить, нам должно этого всего хватить, чтобы быть сегодня в топчике, да? Если мы берем по 2 отката, это 15 поединков. 15 поединков... Да, должно хватить. Прям вот тютелька в тютельку. Но если, естественно, конечно, ребята, они не будут зажимать именно кубки. Они же могут сделать, чтобы вместо 10 выпало, например, тебе, ну, скажем так, 7 или 8 кубков. Соответственно, уже становится такой приличный разрыв, который тебе нужно будет чем-то компенсировать. Компенсировать ты можешь только чем? Естественно, теми же самыми откатами, потому что тебе придется еще сыграть дополнительный поединок. Вот, видишь, 16 места мы с тобой на 7. То есть всего 9 ступенек пролетели. Ну что же, давай сделаем так. Так, кстати, мне надо было не вот это чудить, а Супер Шреддера отыграть вначале с Лео. Короче, в следующем поединке сделаем. С Леонардо и с Усаги. Он же может вполне сыграть. Зачем я беру и трачу в данный момент по 2 отката? Это, ну, нецелесообразно на самом-то деле. Это затраты. Хотя, с другой стороны, все равно придется тратить. Рано или поздно. Так, здесь как-то с постепенным уроном он немножко опростоволосился, потому что сплинтер, ну, ты видишь, да? Был чистым, да? Без какого-либо дебафа. Ну что... Сейчас мы должны точно с тобой перейти. Отлично. Мастер
хотел сказать, мастер клинков 3 звезды. Это уже из Арагами. Кстати, ребята, на второй канал заходите. Там вчера, сегодня выложил очень много новых игр. Ну как новых игр? Не новых, а выпустил 3 серии по Арагами. Про этого ниндзю. Финалочка Кены вышла там. И последняя серия про стальные хвосты, про крыс. То есть нашел я там крысуса этого, завалил последнего босса. Ну и в принципе все, ребят, с той игрой мы уже закончили окончательно. Так что я сейчас ищу, ну, наверное, мы пройдем с тобой для начала Черную Пантеру по Марвелу, да? И допройдем Арагами второй. А там уже, наверное, Династия Вариор или еще что-нибудь у нас. Посмотрим. Ну что, какое местечко мы берем с тобой? 88-е. То есть, получается, здесь 11 ступенек пролетели. Так, подожди, давай мы берем Супер Шреддера, Леонардо, и здесь 1, 2, 3. Вот мы сейчас этих персонажей отыграем, а потом нам все равно придется брать по 2 отката на Шреддера и, соответственно, на Армагона. Ну что, поехали влуплять. Окей. Так, теперь вертушка. А Бакстер... Ага. Я думал, что Бибоп у нас выживет, но его убьет постепенный урон. Нет, Леонардо справился сам. Это круто. Так, ну что, 78-я у нас с тобой позиция. Берем с тобой вот эту команду. И тут уже, наверное, нам... Хотя, подожди, если я сделаю вот так, мы же можем с тобой еще сыграть, да? Поединок, не тратя наши откаты. Я думаю, что да, здесь мы справимся. Поехали. О, тут еще и уклонение от нашего Микеланджело. Мы практически неуязвимы становимся. Так, Супер Шреддер делает клинки. Великолепно. Так, чтобы... Давай, наверное, сделаем с тобой прыжок. Опа. Здесь. Опа. И тот отдуплился от постепенного урона, потому что ему нужно было ходить, и в этот момент сработал дебаф, который на нем висел. Ну что, 60 какая там? 68-я позиция, да? 25 откатов. Но я тебе говорю, что хватит. Хватит нам этого. Теперь вот берем по 2 отката, тратим. Да я думаю, что и персонажей тоже нам с тобой хватит. Ну сколько там по большому счету поединков? 6 надо потратить, да, чтобы пройти в топчик. Ну да, как раз этого нам будет достаточно. Ты бич. Но противники тоже, понимаешь, уже на максималке. 70, какой там, 8, 79 уровень. То есть это запредельный для них. Ну и, как говорится, для нас тоже. Двигаемся дальше. Так, 68 места перемещаемся на 58, ровно 10 ступенек пролетаем. И берем вот эту команду. Здесь, кстати, большая инициатива у Карайки. Поэтому нужно быть аккуратным. Если она выйдет из-под контроля, я вот, честно говоря, даже не знаю, у нее инициатива больше, чем у нашего Армагона, или меньше. Сейчас проверим. Я знаю точно, что у нее офигенная инициатива. Шреддер-то здесь, естественно, ходит первым. Его переплюнет только Микеланджело. А, ну все, понятно. Мы не увидим Карайку, потому что, ребята, он ее сразу смел со своего пути своими этими клинками. А так бы, если бы она выжила, мне кажется, она бы после Супер Шреддера стала делать ход. Потом только уже подключился бы Армагон. Но этого мы пока не проверим. Пока нам с тобой везет, фартит, и мы двигаемся с тобой дальше. Возьмем вот эту вот команду. У Хана, кстати, тоже обалденная инициатива, ребята. Как бы у нас идет по инициативе первый — это Майки Зек, а потом идет Хан Карайка. Это я имею в виду по противникам, если смотреть. И Мундагека тоже, кстати, неплохая инициатива. Ну, здесь, как ты видишь, все у нас удачно сложилось, и мы разобрали. Ну, у Микеланджело, именно у всех черепашек Микеланджело, повышенная инициатива. Это как бы, я не знаю, врожденная у них, что ли.
Ну что, какая там, 39-я? А, 38-я. Вот, опять, видишь, 11 ступенек пролетели. И теперь где-то рассчитываем на 4 поединка. 4 умножаем на 2, потому что мы 2 отката с тобой тратим, да? Получается 8. 11, по идее, у нас еще с тобой должно остаться в запасе. Так, подожди. Раз, два, три. И причем вот именно эта комбинация, которая у нас, да, она беспроигрышная. Мы пройдем с тобой, отыграем маленьких наших слабых персонажей, зайдем в топчик и все. А так как у нас с тобой еще остается очень много сыра, я, знаешь, что думаю, может быть, нам пройти в испытаниях, где мы Донателло видение с тобой фармим, эпизодик другой и попробовать там. Потому что нам вроде бы там немножечко совсем не хватает, чтобы его прокачать до 5 золотых звезд. Так, ну что, взяли? Да, хватит нам тут за глаза, ребят, за глаза. Поехали. Тут сколько еще? 2-3 поединка и все. Ну что, хлопчики, все. Пришла, как говорится, ваша смертушка. Опять постепенно урон не вешает. Почему-то у нас Супер Шреддер начинает хандрить. Я обычно так называю, когда у него неудачные попытки получаются. Это как в свое время тоже у Саги, помнишь? Ну, у Саги, на самом деле, он больше промахивался. Если брать Супер Шреддера и Усаги. Усаги больше промахивался. И атака, соответственно, у Усаги меньше, слабее. Так, ну что, опять же 2 отката. Да, я тебе говорю, 11 у нас должно остаться. Это из расчета, что у нас сейчас по 10 ступенек за поединок. То есть у нас, если по десяточке, там 20 ранг, по идее, да, у нас. Мы как раз с тобой на последней поединке должны зайти в топчик. Окей. Так, эти сразу разлетелись, маузеры. Возможно, у маузеров и мощная атака, но именно по хпшкам они ватники. Быстро разбираются, так что на них особо не стоит, мне кажется, делать акцент. Сейчас посмотрим, какое 10 место. О, ну вот. Вот, ребята, последний на сегодня поединок на арене. Так, завтра я выхожу на работу. То есть, ну, выходные кончились у нас. И 2 дня меня не будет. Потом будет короткий выходной. За этот короткий выходной надо будет как-то что-то поиграть. Не знаю, что, ребят, пока. Погнали. Ну, ясно то, что будет видосики на вот этом канале. На второй я пока не успею записать, потому что там, во-первых, ну, игры намного дольше по времени у меня съедает. 1,5 часа, ну, как стандарт обычный. А здесь, если средняя серия, ну, как бы тебе объяснить, там 30-40 минут, да, то там час — это вообще ни о чем. Так, ну что, мы с тобой заняли первую позицию. Первое, как говорится, место в топчике. 11 откатов у нас с тобой есть на запасе. И теперь я хотел что сделать? Я хотел пойти сюда. Ой-ой-ой, не туда. Вот. День Дони и взять, пройти, например, вот это вот событие. Так, да. Пройти и попробовать здесь тоже вытянуть Донателло видение. Тут, естественно, 40 уровень, поэтому разбираются они все с полтычка. Даже не напрягаясь. И всего лишь тут 3 волны. То есть быстрый проход у нас получается. Вот это вот плохо. Надо массовую атаку. Тыч, по коленочке ему так. Вот, давай свои ракеты. Все, ребят. Ну а теперь испытываем нашу, как говорится, фортуну, удачу. Называй как хочешь. Так, Донателло ролевой. Так, вот он, видение, поехали. Ой. А, он меня уже переключил. Он уже переключил меня на следующий. Так, ноутбук Дона. Осколки серебряные. Донателло ролевой. 2 доллара. 30 жетонов. Да чтоб тебя, что не будет, да, сегодня? Донателло фильм. Опять 30 жетонов. Опять 30 жетонов. И последняя попытка. 30 жетонов. Ну, не повезло, ребята. Я не говорил, что будет вести нам.
как говорится, на 100%. Так, секундочку, что я хотел сделать? В предметы зайти. Так, здесь нам ничего не нужно, а тут 535. 535. Мы можем, например, опять с тобой приобрести ДНК напита. А можем копить на вот этого бибопчика. А лучше, конечно, нам Рокстеди с тобой прокачать. Но, видишь, не хватает буквально сколько там. А, хватает. Давай возьмем, наверное. Все, ребята, ему еще нужно сколько там получается? 9 ДНК, и мы его прокачаем. Наконец-то он выйдет у нас из Серебряной Лиги. Так, что же я хотел еще-то сделать? А, у нас есть с тобой... у нас есть пицца. Поэтому можно поискать кое-что на Донателло, да? Так, прокачиваем. 10 ящиков нам нужно найти. Единственная проблема, ребят, что у нас с тобой телепорты заканчиваются. Так, раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Так, 6 пока ящиков. О, все, пицца закончилась. Ну и ладно, ребят. 6 ящиков, еще 4 мы с тобой находим и прокачиваем до второй ступени метеоритный рок. Ну, вроде бы пока и все. Да. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.